рассказать? Ну, рассказывайте. Да, ну, не надо так, детство начинать не надо. Так. Значит, во время молитвы, когда был призыв, что сказано, я исцелен от кончика ног до кончиков волос, я просто приняла это верой. И моя рука, которая, ну, я скажу, травма была лет 35 назад, когда она просто вылетела у меня вот из плеча, и диагноз стоял остеохондроз 42 лет, сейчас мне 57, сколько, 15 лет стоял. И у меня в церкви служение знаменосцев, я не всегда могу служить, потому что я не могу поднять знамя, потому что рука болела очень, и я через силу. И вчера, когда вы вот уже сказали, я приняла, я поняла, что я исцелена, я просто провозгласила внутри, я тут же проверила, насколько рука моя поднимается, и я удивлена, что она поднимается во все стороны, если раньше я просто как бы ее поддерживала и ну, через боль, делала все через боль. Еще вчера утром, это другое заболевание, утром проснулась, и у меня болит ухо, невозможно было дотронуться. А зять мне говорит, у меня так же болело, это будет нарывать, пока не нарвет, типа как фурункул не выйдет. Я вчера вечером еду, когда уже села к дочери в машину, трогаю, не болит. Я с той стороны и так, и тут пощипала, не болит. И пришла домой, уже домой, и дочь рассказывает, что там было, расскажи. Я говорю, сейчас расскажу. Показываю руку. Я говорю, ухо, которое ты видела, я утром. Твой еще муж провозглашал, что это все нарвет, все это загноится. Не болит, вообще не болит, никак. Аллилуйя. Аллилуйя, друзья.